Здравствуйте, дорогие товарищи. Продолжаем сегодня играть в System Shock Remake. И мы на палубе обслуживания, или как это? Медиа. Давайте посмотрим, как это называется. Цитадель станция. Нет, не то. Backspace. Автоматизированное приветствие. Так, значит, служебная палуба, да? Служебная палуба, все правильно. Оснащение. Прикольно. И тут еще парочка, да? Статус вот, кстати, тут. Служебная палуба, научная палуба, медпалуба, реактор. То есть я в предыдущих видео неправильно обозначил, что это не реакторная палуба, а просто реактор. Окей, идентификатор цели. А, у меня уже такой есть. Это радует. Простите, у меня какое-то такое сопливое настроение уже который день. Я надеюсь, что это скоро пройдет. Но пока как есть. Кто у нас такой? Дарио Доми. Окей, допустим. Ну, первая жертва. Ты отказываешься, да? Продолжать. Это бессмысленную... Бессмысленную... Это лучше это чем-то. Ох, говно какое-то. Так. Что там по карте? Так. Ходить нужно как в Ульфенштейне. Ходить и нажимать по стенам. Мало ли вдруг что-то откроется. Repair Bay. Кружка, что это такое? Надо дезинтегрировать сразу же. Это стоит денег, помню. Это кто у нас? Что-нибудь да увидеть. Так. Чё, нету что ли? Нету карточки. Мы дошли до пределов наших возможностей. Ну вот, не надо. Что значит no maintenance? Если necessary. Кто ты такой? Что это такое?
что-то у вас стульчик вот как-то не очень кузяво стоит, да? Это явный баг, товарищ. Вряд ли он включил виброрежим перед тем, как умер. Звучит там такой по-страшному. А энергии все равно нету, да? Пипец. Ну, рубовик тоже неплохо себя показывает. Пира. Вау. Это какой-то лазерный хлыст скорее, нет? Сорок пять, 50. А, ну это то же самое. Так, срочно нужно найти какой-нибудь склад. Ура, склад. А, ну да. Вот смотрите. Сразу же немножечко места добавилось, да? Так, и у нас появилась возможность овердрайва. Так, а что-то у нас... Это место такое непонятное. Угу. Так, ну нам явно туда как-нибудь придется зайти. Но не сейчас. То где? Свет это хорошо, но что выглядит как потенциальная база. Ящики есть. Там какая-то штука непонятная. О! Это мы запроцессим. Это мы запроцессим. Это мы не запроцессим. А вот это мы запроцессим. И смотрите, 50 ровненько. И это хорошо. Такой, но W. О, это лифт. Storage, maintenance, flight deck. Прикольно.
Ну что же, у нас есть лифт. Вижу лифт, не вижу препятствий. Так. То ли тестеры, то ли разработчики, так сразу и не поймешь. Даниэль Бельчер. Окей. Я так чувствую, что у нас не будет. Возможности куда-то там положить что-то. Даже ценности нет никакой. Забавно, забавно. По размерам казалось, как будто есть. Ладно, пойдем. Явно этот ключик надо положить. Что эти так не гранаты, а что там у нас вот эти опять сюда, это сюда, а это сюда пускай. О, точно, этот нужно сдать, таскай с собой как лёх вас лёх. Что-то набралось всякой фигни, да? Выглядит, что так. Туалета найдена.
Первое дело на деревне, найти туалет. Restoration procedures online. Как ложку оторвало, а? Пипец. Я не злой, я просто не хочу, чтобы эти люди больше мучились. Ну и вообще сзади, чтобы какая-нибудь тварь не подошла, такая монстры, зомби, киборги. Ага, вот оно. Так, что-то у нас, что-то скинуть можно? Нужно. Где какая-нибудь? Угу. Там дверь была. Это огненные патроны. Да. Что за собака? Николас Перди. Ай, блин. Собака. Так. Какие-то вирусы, блин, летают. Кто такой? One Willy. One Willy.
честно говоря, бесишь. Relay Analyzer. Да нет, блин, у меня никаких кодов. Чего вы хотите от меня? Они-то ничего не хотят. Это я что-то хочу тут пользы. Как ты сюда попал-то? Ага. Нет, давай-ка 6. Так, что там у нас? Совсем немножечко, да? Вообще не туда. Угу. Вообще не туда, да? Вообще ничего не надо было. Так, и мы идем в каком-то параллельном направлении. Что это? Прикольно. Патроны с осмею сердцевины. Вот, как раз таки нам понадобятся эти все. Подожди ты, не торопись-ка. Прикольно. Чё вы тут сломанное с собой таскаете, а? Делать вам нечего, что ли? Штурмовая винтовка, да? Team is gone. Killed while trying to take the bridge. Shodan has completely taken it over. I made it back to maintenance alone. On my way back, I tried to send an emergency signal from one of the antenna relays on the ceiling, but found those areas to be heavily guarded. For now, I'm going to rest. Plan another attempt tomorrow. Ну, радует, что ты не пускаешь руки.
закрыто, там закрыто. Не. Красиво взялся, блин, да? Пипец. Башка какая-то, блин, пипец. Эх, так. Так, а где там был этот? Что, не здесь, что ли? Где лифт был? Да, не тот лифт. Да, что за херня? Ладно, я пока все равно тогда оставлю здесь. Или не здесь, или там. Блин, а где лифт? Где fucking лифт? Так, это не тот лифт, который мне надо. Мне кажется, он здесь был, правильно? Да, вот здесь. Так, еще патроны с... А это штурмовая винтовка. Это мне надо, а это мне не надо. Да. Это у нас будет. Это у нас будет 5. 5, я сказал. Опять не работает, что ли? Да нет. Видимо, гранаты уже. Что-то они перепрограммировали. Зачем? Зачем? Так, здесь мы были, здесь какой-то. Дальше фигня всякая. Угу.
Чё ты там мельтешишь? Door blocked. No maintenance necessary. Забавно. Выбор, куда ехать. Угу. Вот это вот, но маленькое такое. Вообще не туда. Ага, вижу. Ага, вижу. Понимаешь, что нам пригодится. Какой тревоги нету, не надо тут. Door blocked. No maintenance necessary. То есть я сразу сюда завернул, чтобы пройти до туда. И, собственно, поэтому не заметил слона в комнате. А, вижу. Всякий мусор, блин.
такой, кстати? Даниэл Калатория. Только стакан виски на столе. Эх, грязюки. Клоуна-то там не видел? Видит, он как будто парит. Пистолет, интересно. А, это сломанный пистолет. Да ну нафиг, не интересно. А, это то, что ты говорил, мужик. Мужик, то, что ты там говорил про это. Сейчас посмотрим. Давайте глянем. Что за херня? Так. А почему он у нас там? Ничего интересного нет. А где? А вот. Окей, тут ничего на сдачу нету. Фига себе, такой бух-бух. Бада-бумц. Так, у нас тут нечего давать, да? Все, поскидывал. Вот оно. Дальняя калатория. Да.
Данила Бандола. Так, здесь тоже ничего нет. Два лишних пистолета. Как может пистолет быть лишним? Не понимаю. А вот. Вот так вот и может быть. Так. Ну что? Что-то тут не выглядит, как будто я там сильно много успеха добьюсь. Здесь закрыто на обслуживание. Давайте я гляну еще раз сюда. В эту сторону. Но мне кажется, это уровень, который должен... Что нам куда-то дальше надо двигаться. Куда? Это мы все здесь были. Хранилище. Хранилище, хранилище, хранилище. Так, у нас... Сторож. Сторож, да? Смотрите-ка, а? Да зачем, пускай стоят. Какая херня. Ой, да пипец. А, магнитная импульсная кассета. Я помню, что это было. Кто это такой? Доктор Сэшнс. It's my life. Ну, почему-то доктор Албан. Не попал, не попал. Воу-воу-воу. Так. Как тебя разнесло, а? Я тебя не узнаю.
в гриме, в киберге. Но я тебя в целом не узнаю, но это уже другой вопрос. Детей, там все дела, нет? Или животные? О! У меня есть боты. Оснащение. Прикольно. Так, я трид Мадрид. Нет, не оснащение. Подожди, я... Просто такой. Что здесь за нахер? А пистолетик так хорошо бахает. В смысле, правильно даже бахает. Ты где? Кто такой? Хендрик Ибен. Че-то большой уровень какой-то. Ой, якорный бабай. Ух ты же, блин! Все еще, да. Какие-то черепа, ёкарно попай. Так. А мы откуда приперлись? А мы приперлись отсюда. Сейчас у меня в голове все уложится. Все это ваша схема. Блин, кто ж так строит? Как здесь вообще... делами заниматься. Черепов, да? Так, а это, наверное, внутрешечка. Что это такое? Эдуард Перейра. Торговец с черным деревом. Случилось.
Стивен, конечно, такая забавная. Сторон 4. А, интересно. Это что за зверь, кстати, летучий мутант, блин, якорный бабай. Так. Торговец черным деревом. Энд черепа. Красота. Ты узнаешь ее из тысячи черепов. Мутанта. О. Ну, а тут не пройти сейчас, что ли? А как-то с другой стороны или что-то в этом роде. Ага. Так, что я там видел еще? Вот здесь вот я видел. Нет, свет нам нужен. Опа. Пипец ты, жирная тварь, а? Что это за дикая, левая дикая зебра-брас? Фух, сожрал. Код нужен, да? Как, откуда я вам код возьму-то? Может, хотелось бы, да, блин, откуда? Она. Это вроде норм. Почти норм. О! Чем ты занимаешься, а ты этим уже заниматься не будешь. Cyborg conversion canceled. Standard station restoration procedures online. Что тут у нас есть ненужного, нужного, ненужного, нужного? Мина, может, надо бы начать использовать, а я не использую нифига.
голова какая-то. А давай сюда голову эту положим, потому что пока не видно, чтобы она где-то нужна была. Так, всякая херня. Всякая херня, ну понятно, вот. Где там у нас уборная? В смысле, перерабатываемая. Так, у нас есть что отдать? Я еще могу туда сбегать, правильно? Чисто технически нам нужно вот сюда. А, то есть быстренько. Раз, два. Спустился. В какой проход? Не, не в этот. То есть вошел и прямо вот. Прямо. Импульсная винтовка. Ну да. Так я заряжу ее. Ну все. И отдадим. Пускай лежит. Свинцовая труба, блин, а? Ага. Даже не знаю. Так. Так, на чем мы остановились? Здесь у нас... Не пускали, но здесь у нас есть этот. Здесь у нас не пускают. Ой, бляха-муха. Роботы, губы, блин. Хоть патрон даете. Уже хорошо. Тут был, что ли? А, возможно, либо туда, либо сюда. А, понятно. Значит, наверное, был. Да, здесь я уже не был. Но давайте туда попробуем пройти. Можно? Барбазет. Барибазит. Ядрит Мадрид, какие огромные. Пипец. Так, это что у нас? Тут вообще даже. Стрелять всякой дрянь, а? Так, 6, 7. Ну, значит, пятый пойдем.
Металла всякая херня. И чё? Типа не пускаешь так или что это было? Забраться. Какая-то задачка, да, с плюсиком. Так вот она. Непонятно. Ох уж эти загадки, блин. Система. Эй, хитрит Мадрид. Поляха-муха. Так, нам нужно поменять полярность вот этой дряни, да? Я так понимаю. Хуже эти загадочки, догадочники. Хуже эти догадки. Ох, вот эти догадочники. Дальше здесь мы включаем эту штуку. Дальше здесь мы опускаемся. Поднимаемся. Поднимаемся и падаем. И, сука, падаем. Еще одна включилась. Пипец, загадочки. Ох, кстати, загадочки. Ох, кстати, загадочники. Э-э-э.
подымите мне веки. Пипец, блин. Ну, мы добрались до самого верха. Йо-хо-хо, now I have a machine gun. Привет, ублюдки, теперь у меня есть автомат. Куда меня тут вынесло, ёкарный бабай. Чё-то знакомое. А, вот оно. Ну, а теперь доступ есть. Так, что мы тут за мега проёб сделали? Бэтмен. Окей. Это был проход номер 4. Офигеть, конечно. Так, небольшая пауза. Продолжим. Блин. Срочно использовать. Фух. Пипец. Что за патроны? Патроны с тефлоновым покрытием. Угу. Нам же не обязательно все использовать с собой, да? А полагаю, что можно сдать этот патрончик. Ну вот этот вот оставить. Да, где у нас там? Так, у нас бирка есть одна. Бирку, соответственно. Сюда. Дальше у нас есть эти патроны забавные. Батарея такая новенькая. And ну вот сюда надо было идти, правильно? Нет, ни хрена не правильно. Вот надо было идти. Блин, я тут заблутал, пока сам придумал, куда идти. Вот сюда надо было тут идти, все. And прямо и вниз. Смотрите, что-то у нас есть такое. Магнитная импульсная винтовка. Вот, патроны сюда. Так. Блин, а что делать? Предлагаю потом забрать. Как-то так.
целом, конечно, решение верное, товарищи. Так. 2, 3, 4. Да. Даже дробь особо не нужна. Сейчас обычный, да? Ну да, после такого апгрейда пистолета. Так, вот сюда прямо надо идти. Хороший пистолет. Респект и уважуха. Так, я не туда пришел. Извините, я к вам сейчас загляну. Но чуть попозже. Чуток попозже. О, сторож один. Сторож два. Хорошо. Не понял. Ползут от всякой хрень. Поливать меня тут еще будет, а? Подожди, стой. Та... Чё, никаких черепов, ничего, да? Ну, в общем-то, да. You tried your best. Ты пытался, у тебя не получилось. Что делать? Life is a shit. Себя вот тут на потрошиме.
отвечал. Что значит выключен? Я ж включаю. Я тебя включаю. Ничего неинтересного нету. Что это? Нахер? Когда тут такие варианты? Ух! Пипец! Красота! Какая! Угу. Я даю вам подношение. Так, хорошо плеваться. Что ничего нет, даже не принес ничего. Ну пипец, обстрелял. О. Что это? Кто, где? Что? Что? Зачем? Ауч. Ауч, надо подлечиться. Ой, ёба-ба-ба. Сказал подлечиться, а не вот это все ваше. Подожди, стой. Ну, меня так просто не возьмешь. Я знаю, где я упал. Я знаю, куда. И отомстят за свое. Ага. Сторону. Угу. Собака, а? Кто тебя звал сюда? И бонусы какие-нибудь, может, нет? Нет, ничего не дают. Сука. Я понял, где я. Ну и где вы там, а? Злые собаки. Я был. Yeah.
Блин. Вы хоть где-то мажете, нет? Ты ему слово, он тебе два. Репорт, да. Уф. Тут нет никакого хитрого мусла. Аптечка, ура. Делали бы ячейки, открывающимися. Так. Ух, сколько всякой херни. Что за хрень? Пластидов было у них. Ну, а дальше какая-то непонятная песня. Получается. Что это за сторож? 4? Или не 4? Непонятно, короче. Или 2. Я тут открыл.
чего вы не открываете двери-то, ёкарный бабай? Такое подозрение, что нужно бы с другой стороны заходить. Сколько здесь камер-то? Кто такой? Юраф. Ничего интересного? Или есть что интересное? А если я найду? Так. Что-то нашел, смотрите-ка. Пипец, какие тут. Не-не-не. Я тебя помню. Ты такая сволочь. Ух ты ж, блин. Как мне отсюда выйти? Вот же ж, блин. Ты уже сдохни. О-о-о! Вижу. Что у вас сегодня работает, а? Может, на бутах можно было там как-то. Может, кстати, да. Да так, да, сволочь. Так, надо отключать. А то я там... Точно left alt?
знаю, блин. А, бля, суки. Сёрочка. Что нельзя. Потому что нельзя. О, мостик. Это хорошо. Мостик это приятно. Для всего оружия, но только не для твоего. Добрые люди. Здравствуйте. Вы думали, вы меня остановите? Нет, это я вас остановлю. А. У вас винтовки погнулись. О. Конечно, давайте. Да, что... А, это... То есть ничего здесь нету, кроме этого всего. А, блин. Так, тут что у нас? Тут у нас тоже особо ничего нету. Хотелось бы вот сюда попробовать. А, видимо, это просто. Забавная штука. And nothing more. Так, здесь мы прошли. Пошли в другую сторону. Ага. Все равно до сих пор не понимаю, почему там не работает, но, видимо, это время, но. Сторож 5, мы зашли сюда уже.
Сейчас шестой. Что-то ты как-то неуверенно говоришь об этом. Меня подозревать подвох. Не касаться ты врать. Ну, не врач, а врать. Это у нас Хюральф. Что за пластин? Нахер он мне нужен? Зачем я его взял? Пускай будет. Вот здесь вот надо сдать 100 мусора. Пойдем дальше. Туда, значит, туда. Надо закрыть этот уровень. Закрыть гештальт, все дела. А, тут здесь ничего не было. Интересно. Вот здесь, скорее всего, будет связка. Что-то включено, а что непонятно. Где ты? Что это? Ох, если бы мы знали, что это такое, то в общем-то мы знаем, что это такое. Собака.
Че, все, нет больше. Мусорок. Так, что-то я свою защиту не пользуюсь ни хрена. А, она у меня есть. Так. Что это у нас? Hey, Zabel. I found some crates in the back when we were shuffling around inventory. When did we get these cerebral outworld robots? I don't remember signing off on them, and they're not listed in the inventory system. What should we do with them? Что-то как-то с кодами не везет, да? Сейчас один момент. Угу. Так. Сейчас подожди, сориентируемся. Нам в ту сторону надо думать и смотреть. Ага. Ну вот, и открыли мы сторож второй. Что ты там говорил такое, медиа? Код на 8, да? Что-то там 08. Окей. Так. 2, 3. Еще куда? В правильном направлении. Сейчас, блин. Потеряшка. Сюда точно не нужно. Ага. Ну да, это бешеная. Это да, вот это вот да было. Так, это я здесь был. А здесь, может быть, хотелось что-то. Так. Полуподводная лодка, полушто хрень какая-то, да. Это не пипец. Код 9. Вот здесь вот еще какой-то проход или что это такое.
лабиринты. Чёртовы лабиринты. Пойду с дома. Так, дальше левел 4 storage. Кто такой был? Пол Нюнс. Окей. Дальше. Ой, точно это тоже нужно было дать. Так, а вот так вот. Взять вот так вот и... Угу. Все, супер. Что-то у меня патроны начинают заканчиваться. Не к месту. Ой, ёпта. Майски. Скотина, конечно. Где ж мне тебя хоронить-то? Патрончик есть. Это приятно. Да молодец, конечно. Застрелился, что ли? Лошара. Exactly. А, здесь CPU ноды. И тут вижу, и там вижу, и везде вижу. Ну что?
момент истины. Charging station access granted. Это что за? А, вот она. У меня, честно говоря, нет особых вариантов, как... О! Бирочка! Эдвард Перейра. Еще один Эдвард Перейра, да? Ты просто в этих самых... Ну, в этом смысле немножечко... Немножечко, ребята, вы схалтурили. Без обид. Ага. А что это значит? Просто еще одна бирка? Че, серьезно? Are you fucking serious? Ага, может нам все-таки сюда надо. Так, сейчас подзарядимся. Угу. У нас срочно заканчивается время. Второй 9. Так, сейчас, давайте посмотрим. Хранилище спрятанное 9-8, что-то там. 8, хрен знает что. Назад. А этот говорит такое. Да блин. Just in case I don't make it, I need you to...
Кто? Магнум 200, правильно? Еще один пластид. Ба-бам. И все упало. Ба-бам. И все пропало. А, нахер. У меня все полное. Так, здесь мы открыли, здесь мы открыли. Там не открывалось вообще в целом. Ну, по крайней мере, я не знаю, как там открыть. Там просто дверь интересно так сделана. Вот дальше. Ну, зверюки, конечно, забавные. Было тут. Да. Но опять увеличили. Так, повернуть. Патроны есть вообще? О! Слушай, красавчик, да? Красивый такой пистолет вообще. Блин, а тут всякая фигня, да? Трубка мне важна, как память. Сейчас, блин, разберемся. Забирай, это тоже. Что с остальным делать? Фух, пипец. Ладно, пускай здесь будет. Столько патронов всякой херни. Голова пускай покатается. Так, это ладно. Гранаты, шмонаты, все дела. Блин, сплошные патроны. Пускай так будет. Это для дроби. Мины, лепестки. Совместили, смотри, как красиво, как пошло, да? Что у нас тут дальше, всякая херня. And сейчас скинуть там что-то. И можно будет забрать этот. Полноценно отправиться сейчас. Ну что? Выглядит, как будто мы расправились с хранилищем и расправились со служебным. Ну, в целом, в общем и целом. Тут даже какой-то есть
Эдвард Перейра, Пол Ньюнс, Эдвард Перейра. Торговец черным деревом. Угу. Вот так вот делает, это, конечно, не решает мои проблемы. Но, тем не менее, пускай все вместе в одном месте будет. Так, не в этом доме. Странно, что здесь никакого ящика нету. Угу. Как-то так. Ну что, все нормально тогда. Пойдемте. Где магнум ты оставил? Ёкарный бабай. В каком ящике? А, ни в каком, блин, я молодец. Шуганулся, нос. Сам шуганулся. Угу. Надо пойти подзарядиться для начала. Это пипец. Как энергии не хватать будет, если что. Там полный гранат, нихуя нету. Несколько газовых гранат. Чего вы такие маленькие грузовые лифты делаете, а? Что, жалко вам, что ли, или что? Так. Storage maintenance flight deck. О, может flight deck. Там же. Ой! Ах ты, собака-то какая. Немножечко тут похулиганим. Ладно, дорогие ребятушки, спасибо за то, что были со мной. На сегодня хватит. Я думаю, 2 часа это a bit too much все-таки. Ну что делать, если мы решили по палубе проходить или около того. И да, давайте тогда, если вам понравилось, лайки, шары, донаты, все дела, все, что в ваших возможностях. Что-то там двигается непонятно, стрёмно немножечко так. И присоединяйтесь к нашему Дискорд-каналу. Мы там трендим по играм и, в общем-то, в целом собираемся за кооперативными игрищами. Так что никто не уйдет обиженным. Также есть Телеграм и ВКонтакт. Присоединяйтесь. Ну, а в остальном спасибо, что смотрели. И будем на связи, образно говоря. Увидимся в этой или в какой-нибудь другой игре. Все. А на этом пока-пока.